Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня хочу я похвастаться перед вами своими серьезными достижениями. Да что там серьезными, не побоюсь этого слова. Грандиозными, великими. Сегодня, наконец-то, произошло то, к чему я шел достаточно короткое время. Сегодня появился повод позвонить друзьям, похвастаться перед ними. Также появился повод позвонить родителям, встретиться с ними и сказать, что они не зря растили сына, что сегодня, наконец-то, у меня появились реальные успехи, реальные достижения. Сейчас я готов вам показать это. Обратите внимание. Быть может, вы сразу не обратите внимание, но я вам продемонстрирую. 10 подписчиков. Вы представляете? Да, конечно. Наверное, вы не верите своим глазам, но да, это так. 10 подписчиков. У меня появилось целых 10 подписчиков. И что самое интересное, всего за небольшой промежуток времени. Всего за каких-то 3 года. 3 года, 10 подписчиков. Это реальные цифры. Это то, действительно, к чему я пришел. То, чего я добивался. Теперь я даже не знаю, что еще, в общем-то, мне нужно от этой жизни. Теперь я действительно могу хвастаться перед всеми. И даже если я попаду в рай, кто-то мне скажет, что он изобрел там колесо, радио, кто-то полетел в космос первый, кто-то пошел на Луну, а у меня 10 подписчиков. Сегодня я король, сегодня я победитель. 4 декабря 2012 года у меня 10 подписчиков. Спасибо за внимание. Разделите мое счастье и идите к успеху. Я верю в вас, вы это можете. До свидания. Итак, здравствуйте, дамы и господа. Блять.